Слушай, Ир, ты зарплаты 5000 не займешь, а? Ну, в принципе, могу. Держи. Олег, а ты зарплату-то получил? А, ну да, конечно, так я еще до обеда в бухгалтерию сбегал. Ну так, это, про долг забыл, наверное, да? Какой долг? А, слушай, Ириш, я тут у Ленки занимал на прошлой неделе, еще тогда должен был отдать, так что я сейчас на мере. Ну, знаешь. Да, такая ситуация знакома, пожалуй, многим. А ведь все могло быть иначе. Слушай, ты зарплаты 5000 не займешь, а? Ну, в принципе, могу. Только сначала мне расписку напишешь. Пойдем. При передаче денежных средств или какого-либо имущества в долг подлежит заключению договор займа. Однако более распространенным является составление долговой расписки. При указании в ней необходимых сведений она фактически является приравненной к договору займа по юридической силе. Так что давай-ка, Олежка, садись и пиши. Специальной формы долговой расписки нет, но в ней обязательно должна присутствовать следующая информация. Полные паспортные данные обеих сторон с указанием регистрации по месту жительства и места фактического проживания заемщика. Место, дата и время выдачи расписки. Сумма займа прописывается как цифрами, так и прописью. И сроки возврата долга. И да, кстати, если ты мне вот до этого числа не вернешь долг, то за каждый день просрочки по 5% переплачивать придется. Имей в виду. А в случаях, когда срок возврата договором не предусмотрен или определен моментом востребования, сумма займа подлежит возврату в течение 30 дней с момента заявления соответствующего требования заимодавца. И не думай, что я шучу. Я к вопросу ответственно подошла. Вот и свидетеля даже пригласила. Кстати, в расписке ее фамилия, имя, отчество и паспортные данные не лишним будет указать. И не удивляйся, что не я заполняю расписку, а именно ты. А то вдруг ты потом отнекиваться станешь, мол, никакую расписку не писал. В этом случае я еще и почерковедческую экспертизу для установления авторства проведу. И что теперь? Вот может ты мне еще к нотариусу потащишь из этих 5000 рублей? Да не переживай, у нотариуса заверять ничего не нужно. Расписка и без того будет иметь юридическую силу. Я надеюсь, тебе не надо объяснять, что тебя ждет в случае невозврата. Вот именно, суд, лишние нервы и приставы у тебя дома. Так что лучше даже не пытайся со мной шутить. Ну что ж, держи и ни в чем себе не отказывай. Слушай, я тут подумал, в общем, я тут еще Ленке должен отдать, поэтому я обойдусь. Спасибо. Ну, как знаешь, Ирина дежурная по рубрике, два раза предлагать.